Всем привет, дорогие друзья! Мы начинаем новый летсплей под названием Технобомба. Почему Технобомба? Да потому что тут сколько модов? Аким? Много модов. Дофига. 129 модов. Да, сборочку, если кому нужно, сразу пишите в комментариях. Я буду ее выкладывать там, ну, например, определенные серии или сделаю сразу во всех. Да, я тут сдох уже неоднократно, пока начинал снимать. Вот. Так. И чего я хотел сделать? Я хотел... Так, тут при старте дается 4 книжки. Rotary Craft, Electric Craft, Эврика и Open Blocks. Так, Эврика это от BuildCraft, там какие-то дополнительные предметы. Так, у тебя есть кирка? Да. Дай мне, я булыжник накопаю. Иди копай. Так, не знаю, как меня слышно, как его слышно. Это будет тестовая серия. Должно быть, по идее, нормально. Вроде я настраивал. Так, что мы для начала в горе, может, поселимся, а? Как думаешь? В горе? Ну давай. А? Ну давай. Погромче говори, плохо слышно тебе. Ну давай. Ага, сейчас я, может, это у меня в настройках. Нет, у меня на полную громкость. Так что так, да, если хотите поиграть, пишите, потому что это сборочка серверная, есть на сервере. И если кому-то захочется с нами поиграть, милости просим гости, будем рады гостям. Так, ну предлагаю, ну, о, нифига там гора. Круто мы, короче, заспавнились, тут и пещеры, это пустыня рядом, вообще отлично. И тростник вон там растет. Нефть вроде бы есть. Так, я вот только, знаете, что забыл проверить? Загенерировались тут руды. Так, ну давайте тут, например, поселимся. Опа. Вот тут такие есть интересные мобы. Из какого-то... Ой, еще один. Эндерзу. Точно, Эндерзу. Блин, у меня кирка сломалась. Долбаные эти. А, так, ладно, сейчас я нарублю. О, новое достижение. Прикольно вот это сделали, достижение. Правда, из-за этого иногда тупить начинает. Да, кстати, теперь из-за Грэгтека, который тут, собственно говоря, установлен, про который я не сказал. Теперь крафтится из одного бревна не 4 доски, как раньше, а 2. Чтобы крафтилось 4, это нужно пилу сделать. Так, ну давайте сделаем... Что я хотел сделать-то? Кирку. Так, и палок, соответственно, тоже в 2 раза меньше крафтится. Так, кирка, отлично. Поехали копаться. Олег. А. Смотри на карту. Ты видишь там кота? Кого? Там вот, где я сейчас стою, мне по мини-карте показывался кот. Вон он опять. А, я не вижу. Какие-то коты, короче, ой, доступны. Ладно, забей. Так. Вот я вижу уже первую руду. Чалкарит. Чалкарит какой-то. Вот из него нам выпадает что? Impure pile of charcoalit dust и stone dust. Не знаю, что это такое, честно говоря. Ой, я нашел, кстати, месторождение этого какого-то тина. Олова. Так, это прекрасно, это прекрасно. Блин, досок нету. Ты где там? Я. Кстати, надо... выбить яблоко. А, у тебя еды что ли нету? И у меня, кстати, тоже. Так, ну давайте начнем, наверное, развиваться. Да хоть как-нибудь начать. Давайте я пока рублю дерево, перечислю... Вот, ты умер. Перечислю основные моды. Так, ну из основных модов можно что назвать? Можно назвать Грэгтек, тот же самый, Механизм, Rotary Craft, Electric Craft, Electrical Age. Ой, что я делаю-то? Ой. Так, чего еще? Electrical Age, что тут еще? Industrial Craft, соответственно, экспериментальные. Да что ж такое? Что у меня с головой-то? Когда 2 дела делаешь одновременно, всегда такая фигня получается. Так, сделаю сразу палочек побольше. 4 штуки. Так, сделаю топорик. И о чем это я? Не знаю.
Какие я моды назвал? Так, еще тут есть Forestry, Railcraft. Ой, фу, ты напугал меня лошади. Ты мне разрешишь на себя сесть, лошадка? Так, мне надо без топорика это делать. У тебя есть уже лошадь. Ну, может, я хочу стадо лошадей. Все, она меня полюбила, отлично. Так, слезай. Ага. Так, я что делал-то? Я дерево вообще рубил. А, вот это Mine Factory Reloaded, кстати, который я сейчас дерево рублю. А, что тут еще? Так, секундочку. Поговори пока, Аким. Чего? А, я пока чай пил просто. Ну, когда я говорю поговори, не знаю, там... Давай беги домой, слушай, тут это... Да подожди, я сам булыжник нарублю. Ночь начинается, сейчас тебя эндерзу мобы заедят. Не заедят, я спрячусь. Ну, как хочешь. В общем, хотел еще поставить... шейдеры, но с шейдерами крашится эта сборка, и я решил без них обойтись, потому что и съемки будут сложнее проходить, потому что все-таки нагружает компьютер очень сильно. Это как у шейдеры. Вот. Еще учитывая то, что тут 130 модов, просто... но 129. Просто шейдеры иногда конфликтуют с ними. У меня есть яблочки. Ешь, я сам пока. Только мне их мало будет все равно. Так, ну предлагаю тут вот и заселиться. Сделать высокий такой потолок. Давай просто ты будешь копать шахту. Я сейчас себе булыжником накопаю, нарублю деревья и потом прибегу домой. Ну, у меня тут вот это уже дом, я копаю. Тут бы сразу и накопал будильник, хотел сказать. Чё ты там, булыжник? Нет, ты булыжник копаешь. Чё ты сделал? Обновка, что за обновка? Я куда сделал камень? А. Так, как да, это? Тут Chisel 2 мод, это который добавляет новые такие всякие блоки, технические, не технические, всякие разные, в общем. Заводные. Как на фабриках, такие железные блоки. Ну, в общем, потом увидите, если будете, конечно, смотреть. Так, все, у меня сломалась кирка. Ой, я уголь нашел. Уголь? Прям обычный уголь, обычный уголь. А, ну да, я поставил, чтобы генерировались обычные руды, потому что с Грехтехом одним играть это, ну, очень сложно. Я решил немножечко упростить. Так. А, что я хотел? Надо сломать верстак отсюда. О, да, у меня есть факела. Так, и, наверное, будем здесь обживаться. Давайте сделаем печечку. Печечку. Ну, давайте сразу сделаем парочку, даже три. Блин, взял, все выкинул. А-а-а! Балбес. Так, раз, два, три. Горячая штучка. Так, вот их поставим. Запихнем, допустим, сюда доску. Сюда это. Так, чего из нее получится-то вообще? А, так, так. Ага, уголь. Отлично. А то я думал, какая-нибудь резина сейчас получится. Как в Industrial Craft. Ну, там, правда, тоже. Там, по-моему, вообще нельзя пережечь эту. То, что я пережигаю. Забыл, как называется. Так. Давайте сделаем кирок еще несколько. Да, кстати, у кирок обычных теперь... из-за Грехтеха прочность. Так. Чё ты там делаешь, Аким? Копай. А? Копай. Копаешь? Ну давай, давай, копай. Давай уже возвращайся. А чё ты копаешь? Я копаю. Чё копаешь? Я всё копаю. Медный рубль. Я уже накопал 16 угля. 6 медных руды, 4 алюминия, 4 оловянные руды и медные. Нет, это, конечно, все прекрасно, но ты иди сюда, надо шахту копать начинать. Вот ты копай, а я в горе сейчас засел. Потому что я боюсь, сейчас я выйду, меня там все перебьют. Нет, так я не хочу. Блин, то ты говорил, что тебя не перебьют, теперь ты говоришь, что тебя перебьют. Да, перебьют. Так, надо сейчас, кстати, небольшой домик выкопал.
посадить деревья всякие эти. Блин, надо было... А, ну тут вода, в принципе, есть. Сейчас я тогда сделаю мотыжку. А, так, надо еще сделать сундучки. Так, я слышу зомбярика. Так, успею я сделать? Так, меч. Отлично. На, получай. Вот, отлично. Блин, этот салют, конечно, круто и вообще ночью так прикольно смотрится. Так. О чем ты я? А, да. Надо копать шахту. Так, сейчас посмотрим. А, так, ну я думаю, в эту сторону сейчас я ее и начну копать. Так. Немножечко туда пройдем. И будем закапываться. Да, тут Inventory Twix, Dynamic Lights, в общем... Оп, все. Кончилась пещера. Тут и закопаемся. Вот так. Начнем тут прокапываться. Ты пришел? Нет, ты не спальчик. Честно говоря, я сейчас немножко испугался, когда твоя эта голова зомбика мне тут залезла в дом. Я страшный. Ну, а кем мешаешься же? Ну, я шучу. Ничего не нашелся. Петросян. Петросян. Сам Петросян. Ну, чё, ты что, не видишь? Так, мне нужны факела. О, Tin Ore, Electric Craft. Так. О, лошадка. Железо, кстати, грэктековское. Оно кракает, как у вас, павнится. Это моя лошадка. Нет. Да. Нет. Оно спавнится от 20-го, что ли, до 40-го уровня, если не ошибаюсь. Так, и давайте сделаем тут пещеру, вход. Так. 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 Да, давай тут заделай, короче. Так, отлично, отлично. Это надо выкопать. Так, у нас есть медь и есть олово. Правильно? Правильно. Неправильно. А нет, алюминий. Алюминий. А, это что, это медь, олово. Так, ну давайте попробуем их пережарить. Так, это сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Нажал рецепт, поэтому... А, ты уголь принес, да? Молодец. Я мальчик. Так. Что? Ну, из этих я, короче, сделаю тогда факела. Блин, где у меня палки? Тебя плохо слышно, погромче говори. Да я сейчас вообще тихо говорю. Так, и пошли закапываться. Так, мне нужна лопата и кирки. Иди закапывайся. У тебя нет дерева? У меня есть дерево. Держи. Так, так. Палки, книги. Это. Так, что тут у нас? Соль. Pile of stone dust. Что с этим делать? Ничего не делать. Да, кстати, надо выключить опции, инвентарь. Так, это или не тут. Так. Команды мировые, name plugins, disable recipe handler. Ладно, я не помню, где это, честно говоря. Команды. Нет, это не тут. Ладно, фиг с ним. Так, что ты мне дал? Палки, что ли? А, кирку. Иди копай. Моей киркой. Я делаю. Окей. Сейчас мы попробуем сделать бронзовый. Бро.
На. Бронзовые инструменты. Ой, для начала. Так, а тут нужен еще хаммер. Ой, так, нам надо... Алюминиевый можно сделать. Можно сделать алюминиевый. По-моему, всякие разные можно сделать. Так. Ну, давайте, например... Посади деревья. Ну ладно, сейчас я сам посажу. Так, так, так. Ну, интересно, вот эти вот, кстати, растут рядом? Или нет? Ну вот и узнаем. Так. Потому что дубы точно растут. Так. Давай мне кирки. У меня кирка две штуки только. И лопату мне нужна. Может, тебе дерево дам? Давай дерево. А ты тут вроде скидывал дерево. Да, тут есть дерево. Хорошо. Так, я пока буду копаться в шахте, а ты давай это самое. Дерево. Давай начинай... делать уголь. Так, сделаю три кирки для начала. Так, отлично. И лопату. У нас есть литочки. Так, лопату и мотыгу. Тьфу. Вот так. И вот так. Сейчас я тебе дам еще задание. Так, отсюда, отсюда. Это сюда. Это сюда. Так, меч. Меч первый. Топорик третий. Вот так. На тебе мотыгу. Так, еще лопату. Так, вот, иди посади там всякие семена, я там набирал. Так, ну для начала нужно выкопать вот эти все руды. О, кстати, у нас же мод установлен на... как он называется-то? Как он называется? Механизм. А в механизме есть вот, вот такие бронзовые мультиинструменты. Мультиинструменты всякие разные. Так, давайте-ка сделаем, попробуем. Так, допустим, кирка. Кирка, лопата, топор. Топор нужен еще. А у тебя нет палок? Парочки буквально. Сейчас. На. Ложить. Так, а я сейчас посмотрю. А вот бронзовый слиток, как он делается. Бронзовая пыль. Так, медная пыль. И оловянная пыль. А нельзя. Так, это дробление. Слитками нельзя, значит. Окей, так. Значит, нам нужен дробитель. Нужен кварц. Мы сделаем дробитель для начала из мода. Как он называется, напомни. Applied Energistics, вот. Да, кстати, еще этот мод. Так вот, по ходу буду вспоминать и говорить, какие моды тут установлены. Ну, в принципе, кто, если захочет сборочку, как я уже сказал, вы можете написать и сами посмотрите, какие там моды есть. Ну и, в принципе, когда я играю, можно их смотреть, когда буду открывать инвентарь, какие блоки есть и так далее, и понять, какие моды, соответственно, установлены. Так. Да, кстати, текстур пак Fendful. Да, еще такой момент. Стоит мод Extra Utilities, если кто знает. На дополнительные там предметы, бочки, например, которые содержат там неимоверное количество ведер в себе. Удобный, в общем, мод. Вот. И когда я ставил версию, я ставил версию последнюю, соответственно. Вот. А он начал... издавать звуки какие-то непонятные. Причем версии почти только 1.2.6, там есть версия, только с ней работает нормально, а с остальными получается какая-то фигня непонятная. Начинаются звуки какие-то непонятные, ну, например, там да-да-да, дробление какое-то, отбойный молоток из Industrial Craft, вот такие звуки.
В общем, это меня тут дико раздражало, и я решил вернуться все-таки к старой версии этого мода. И все получилось отлично, и теперь все работает. Так что я это кому-то на заметку, если кто-то тоже собирает сборочки. Вот, будет полезной информацией, почему возникает такой звук и как его устранить. В принципе, автору мода писали то, что у него такая ошибка в моде. А он выпустил уже там последнюю версию 1.2.11, а он до сих пор не исправил. Ну, не знаю, с чем это связано, может быть, он не знает, как это исправить, а может быть, просто не хочет. Но не суть, в общем. Да, кстати, Thermalcraft, вот я нашел руду из Thermalcraft, из Thermal Expansion, Thermalcraft говорю. Потому что все моды называются Thermal, там, например, Electric Craft, Electrical Age, Rotary Craft. Ну, в общем, все похожие названия, поэтому так и назвал его. Так, поставим тут факел. Факел, ты слышал? Факел. Чё у тебя сегодня не то? Что? Чё-то с тобой сегодня не то. В смысле? Крамысли? Ладно. Ты чё там делаешь? Рулю дерево, нам же дерево надо. А ты посадил эти? Я посадила, они сажают. У меня растут. Что там все? Да, все. Ты как-то когда говоришь, ты сися-сися, сися-сися. А как вам? Чётче говори, тебя плохо слышно, и на видео будет, наверное, тоже плохо слышно. Ну я же не виноват. Виноват. Нет. Ой, так, ладно. Ой, это какая руда? Rock salt. Что из нее делать можно? Давайте посмотрим сразу. Так, rock salt. Tiny pile of salt. Просто соль. Обычная соль. Нафига она нужна? Кстати, вообще, зачем нужна соль? Интересно. Надо будет посмотреть как-нибудь. Так, отлично, мне выпал кремний. Это не может не радовать. О, а это что? Галена. Это свинец, если не ошибаюсь. Так, вот еще свинец. Интересно, он случайно так заспаунился рядом, или они всегда так будут рядом спауниться? Так, ну ладно. Отложим этот неизвестные вопросы. Так, назовем это. О, смотрите-ка, тут оказывается... А, ну это Rock Salt. А, липидолит какой-то. Что? Элит. Это какой-то, наверное, минерал. Или нет? Так, Backspace. Так, что из него? Литиум. А, это литий. Окей. Rock salt ore. Так, ну, мы ее оставим, конечно. Я не буду ее выкапывать пока что. Потому что не знаю, для чего она нужна. Но, если что, она у нас есть. В принципе, в шахте никуда она отсюда не денется. Поэтому оставим ее тут. Да, кстати, стоит мод Вайла, как вы можете уже заметить вверху. Это я говорю для тех, кто, может, не знает просто, как это называется. И ищет видео иногда. Спрашивает название. В общем, я сразу говорю, что это за мод. Чтобы он показывал прогресс вот этот, можно ли добыть и так далее. Это дополнительные, как это, дополнительные аддоны. Вот. Аддоны. Add-on добавить. Так что... вот. Так, а это что? Это надо добыть, да. Так, а это что? Salt. Опять salt. Так, а это что? О, мрамор. Я нашел мрамор. Из него можно дарик строить. Так, это у нас коппер, олово. Еще коппер. В принципе, Грегтек, он все руды делает под себя. То есть из всех модов он их перестраивает под себя. То есть если мы сейчас раздробим руду, у нас, по идее, должны получиться одинаковые. Так, у меня кончились кирки все. Одинаковые. Как это называется-то?
одинаковая пыль, грэгтековская, то есть она прямо в инвентаре будет, так скажем, переименовываться, что ли, вот, в свою руду. Так, и давайте положим дерево сюда, чтобы делался уголь. Так, я так и не нашел кварца. Так, роксолт, оловянная, уголь, булыжник, медь. Так, вот земля, 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 блин. Можно сделать тут такую площадочку. Я в дереве. Не найдешь, не найдешь, там дерево. Чего? Блин, я, короче, сажал саженцы, и деревья начали меня. А, и ты в дереве остался? Да. Не атакует. А, ну это бывает, это бывает. Так, короче. Ты посадил, да? Молодец. Ты не видишь, сколько я посадил? Ой, мы уже, кстати, надо пора завершать это видео. Чего? Чего, чего? Видео, говорю, завершать пора. Нельзя. Ну, в общем, ребят, вот так вот прошла первая наша серия. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Будем очень рады этому. Так что всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Еще раз всем пока. Прощайся. Всем пока. Еще громче говори. Всем пока. Вот так.